Уважаемые граждане, запретите просьбу проходить в сторону метро. 12.77. Проходим в сторону метро, не останавливаемся и не скапливаемся. Уважаемые граждане, запретите просьбу проходить в сторону метро, не останавливаемся. О чем это? Мне уйти не хватает. Ну и... На каком основании я могу Да, то есть непонятно, они просто выходили, вроде они ничего и не делали. В данном случае милиция имеет право задерживать тех людей, которые вызывают какие-либо подозрения. Угу. Поэтому здесь это нормальный процесс, и можно сказать, что практически каждый здесь, в этой части, центральной части города, 10, 15, 20, иногда 30 человек в течение дня, в течение суток задерживаются за различные правонарушения. Поэтому здесь мы даже не делаем никакого упора именно вот на эти задержания. Ну, задержанные в основном были не школьники, да, а как бы взрослые люди. Ну, по всей вероятности, да. Я каждому лицо не заглядывал, поэтому мне сложно сейчас сказать.